Ха-ха, вот это ржак! Ой-ой-ой-ой-ой, катастрофа, ха! Ма, смотри, как они угорают! Катастрофа? Где катастрофа? Смотри, вот! Это а, енот, я вижу, вижу. Енот и птица. Круто, ма? Да, Женечка, так у меня назрел вопрос. Так, очень важный. Так. Чем мы сегодня занимаемся? Короче, ма, подписчики нам писали, чтобы мы построили дом не только для себя, но и для всех. То есть для Людки, для Мама Мия, для ага. там Гоги, для еще всяких. И короче, мы пойдем сейчас ма строить. Замечательно, я давно об этом думала. Это будет самый большой и самый быстрый дом в истории Майнкрафта. Поэтому погнали, ма! Что значит самый быстрый? Ну мы его быстро будем строить, но и он будет самый крутой. Короче, ма, мы идем творить историю, погнали. Так, замечательно, только надо найти место, где мы будем творить. Ма, я хочу сказать пафосно. Ма, спроси меня, а что мы будем... А, ма, скажи, а куда мы идем? Ма, ой, ой. А куда мы идем? Ма, творить историю? А? Круто? О, господи, что с твоим голосом? И это, короче, я сказал пафосно. Короче, все, погнали. Так, вперед. Ма, ты где там? Давай, не отставай. Я за тобой. А, то есть мы едем в деревеньку? Нет, мы едем вот в это поле. Смотри, ма. О, слушай, а здесь неплохо, кстати. Ма, здесь вообще крутец. И здесь, мы... кстати, домик реально неплохо встанет. Да. Отлично. И мы вот здесь его сейчас начнем строить. Короче, ма. Давай сейчас... Короче, ма, а что это такое? Погоди. Здесь тут, видимо, Соник разбомбил. Ну, мы сейчас это заделаем. Давай, короче, сейчас мы будем строить. Сейчас я блоки возьму. Ну, чё, ма, короче, погнали. Погнали, давай. Так, нам сразу же нужны будут дверьки. Так, я сразу ставлю двери. Вот здесь, короче, так вот сейчас. Так. Оп, все, двери готовы. Все, ма, я построил. Так, это центр, значит, от центра у нас получается... Раз... И тут, короче, два, вот так вот, короче. Да, ма, это, короче, центр, здесь, значит, окошечко будет, так. Так, отлично. Короче, вот здесь получается, и здесь примерно где-то... Ма, здесь, короче, стекла, все правильно. Оп. Примерно вот так. Не, подожди, не так, здесь же эти ступеньки будут, ма. Погоди, где ступеньки? Вот здесь, белые ступенечки. Ты хочешь, чтобы вход был, что ли, с этой стороны? Так, строим ступенечки. Так. Так, окей, значит, тут мы сделаем вот так вот. И примерно. Что это там, ма, примерно? Оба. Ну, примерно вот так, ребятушки, честно, не помню, но, по-моему, так. И высоту делаем, сколько там блоков высоту? 4, по-моему. Да, ма, так, вот так, вот так, один, так, так. Все, тут делаем ступень. Короче, друзья, если что, повторяйте за нами вот этот дом. Он мега будет крутой. Я когда-то давно строил такой, когда только канал еще начинал. Так. Так, 251/1. Сейчас ма что-нибудь сделает. Ма там что-то химичит. Так, окей, так вот. Так вот. 251. Все, ма, у меня уже готовы ступеньки. Все, дом построен, ма. Погоди, 251. Ма учится командам, короче, ребятушки. Ма, да, я, кстати, ма научил команду, вы все просили, теперь ма тоже шарит. Так, отъезжаем, строим ступеньки, вот так. Слушай, а я не могу, как, в смысле 250? Ну чё, ма, как у тебя там дела, так? Отлично, у меня почти все, я сделала стену, отлично. Отлично, ма, короче, фигачит. А, так. Погоди, стоп. Что-то, ма, по-моему, длинная какая-то стена. Тут окна так будут, вот так. Да, так, можно чуть-чуть поменьше, так. Короче. Ну, короче, ма, там сокращай. Так, вот здесь, значит, раз окно на 4 блока, и здесь еще на 4 блока. Все, остальное, ма, сокращай. Да. Так, а мы продолжаем... Смотрите, друзья, вот такой вот гигантский, просто гигантский дом. Так, окей, здесь типа как колонны, я так поняла, вот такие... Да, так, здесь вот так вот делаем, вот так вот. Короче, друзья, повторяйте, дом будет простой, но простой. Так, значит, 4 тут. Простой, но простой, класс, Жень. Ну, ты поняла, короче, простой, но крутой, понимаешь? Ладно, отсчитываем, сколько блоков? Так, не, 20. Не знаю, ма там что-то считает, короче, а мы тут, друзья, строим. Во, получилась еще одна стенка, смотрите. 4, здесь 5, стенка, 6. Тут стенка. Ма что-то там считает. 15, не мешай, 16, 17, 18. Отлично, отчитали 18.
Отлично, ма. Так. Я потому что хочу, чтобы окна и двери были равномерно поставлены, понимаешь? Так, 4. Так, здесь, значит, вот так. Так. Потом, значит, здесь, значит, вход такой. Так. Так. Что ты делаешь, я не пойму. Двери. А почему такие маленькие окна? 4 блока. Ма, тут везде 4, короче. Везде, понимаешь? Везде 4. Ладно, окей, допустим, хорошо. Пусть будет. Ма, там что-то все считала, щитовод, блин. Ма, ты просто щитовод. Я хочу все измерить. Ма, ты все не измеришь. Так, все. И смотри, теперь надо все с помощью команд. Ма, иди командами там, зафигаривай вот это все. Пол, что ли, да? Да нет, это стены. Ма, смотри, тут еще стены есть, понимаешь? Смотри, вот они. Ма, давай. А-а-а. Подлети вверх, смотри, тут надо вот так вот сделать. Понимаешь? Вот так вот. Вот. Ну, я поняла тебя. Вуп. Вот так вот, так. Короче. Вот. Слушай, друзья, это только первый этаж. Вы просто вдумайтесь в масштабы этого дома. Он гигантский. Да, гигантский настолько, что ма просто уже попутала тут немножечко. Ма, ты неправильно делаешь. Че неправильно делаешь? Что тебе не нравится? Вот так, да. Так, ладно. Так. Нет, ма, не так, вот так. Вот так. Да погоди, ты хочешь, чтобы вот здесь стена была, вот тут, да? Ну да. Так окна тогда будут впритык к стене упираться. Что это такое? Я думала, должно быть расстояние. Нет, ма, сейчас увидишь. Ма, что-то, короче, сегодня не выспалась. Вот, так, видишь? Ладно. Так. Всё. Просто я не понимаю концепцию, какую Женя вкладывает. Типа, я не знаю, что он хочет. Вот так, так. Вот так. По 4 окна делаем. Друзья, если... Мы просто стараемся максимально быстро. Если сложно, то вы стопаете видосик, смотрите там, перематывайте там все делишки. Все делишки? И что это получается за туфта? Смотри-ка. Вот здесь у нас получается какое-то непонятное расстояние. Ну, а здесь как бы вот так будет. Я и же говорила, поэтому я и хотела измерить, чтобы все было четенько. А, ну можно, кстати, знаешь, как сделать? Вот так вот сейчас. Сейчас исправим. Так, здесь 4. Вот так. Да, побольше вот. Просто, да. Так, здесь, значит. Так, 3, тут 2. Вот так. И вот так вот. Это еще хуже. Ма, ну все. Погоди, все. А может тогда сделать вот так вот, получается, 4, смотри, на 4. Так. Здесь тоже получается 4. Ну давай, Ма, ты пока там делай, а я дальше окна буду. Давай, делай. И здесь 4. Вот и все, замечательно. Ма все исправила. Ма исправила ситуацию. Давай, Ма, пока окна тогда делай, а я сейчас сделаю... ну, пока крышу не буду. А может и крышу сейчас сделаю. Давай, делай, что хочешь. Ничего, Ма, по-моему, на меня обиделась. Ма, ты все обиделась на меня? Ма вела точный расчет, понимаешь? Это очень важно в строительстве. А я, короче, чисто такое все испортил, да, Ма? Да, чисто по фану домик строит. Так, ну не по фану, Ма, по плану, так скажем. Ребяточки, напишите, вы тактик или стратег все-таки? Я врывака, короче, вот кто я. Да. Я врываюсь. Ну ты тактик получается у нас. Не знаю. Так, короче, Ма, сейчас будем второй этаж делать. Давай, забирайся быстрее на крышу. Второй этаж, давай, забралась, Ма, на крышу, делай крышу. Так, правильно вроде. Ма, правильно или неправильно? И ну, так сойдет. Ну да, мы стараемся максимально аккуратно, конечно, все это делать. Но времячко поджимает, если так, человек. Все, второй этаж. Здесь, короче, надо тоже вот ступенечки. Вообще крутой будет, крутой второй этаж. Итак, Женечка, ты пока делай, короче, второй этаж, а мама тут стеклышки заделает. Во, давай. Ма, ну ты просто вообще красава. Так, ага, вот так спасибо, делаем. Спасибо. Так, надо похвалить. А то, короче, дома ремня попадет. Подмазаться надо, да, Ма? Я тебе сейчас дам. Ну, Ма, ты что, не разрешаешь тебе подмазываться? Я все слышу, между прочим, это не сработает. Ма, ты не должна слышать все. Так. Отлично. Так, делаем здесь ступеньки, друзья. Смотрите, получается, по-моему, красиво. Да, ребятушки, я делаю окна, получается, по-моему, шикарно. Потому что это делаю я. Ну, а так себе получается.
В смысле? Я тут аккуратно все делаю. Да я сутил, ма, конечно. Клей, клей, ребяточки, клей момент, все дела, все приклеила надежно. Ма, какой клей момент? Так, все делаем. Плюс клей ПВА. Ну, ма, ты что там вообще делаешь? Так, вот так вот получается. Или, ма, я тут запутался, помогай. Что ты там запутался? Везде запутался, все, нет, распутался, ма, все нормально. Отлично, молодец. Так, тут три блока, тут тоже три блока. Итак, делаем вот так вот домик. Ну, слушай, слушай, ма. Неплохо, неплохо, да? Ну, я скажу, что да. Нам еще надо внутри все застроить, если что. Ну, мы, наверное, не в этой серии будем. Ну да, наверное, в этой серии мы возведем каркас, а в следующей мы сделаем прекрасную застройку нашего дома мебелью и прочим. Ну да, оп, да, да. Так, здесь два блока, здесь так. Ма, тут непонятно. Да что такое? Давай, что там? Тебе ма... посчитать? Нет, я... Тебе посчитать, ма, не надо, ты уже посчитала. Так, окей, ладно. Ма, если что, счетовод вообще. Ма, ты математик? Ма, да. У ма, кстати, по математике двойка была, друзья. И что ты врёшь? А вот что он врёт? Не двойка, а тройка. Так, делаем вот так вот. Так. О, здесь будет красиво. Вот так. О, вообще красота. Короче, давай, ма, все сделано почти. Вот это дом получается. Вот это вообще жесть. Жесть. Так, ой, вот здесь вот так вот. Так, ну-ка, да, вот так вот. Ма, как у тебя там дела? Отлично, я делаю стеклышки, и мне все прекрасно. Во, это, короче, будет дом, где будет жить Людочка, мама Мия, короче, и вся наша банда, так скажем. Так, отлично, я сделала стекла. Блин, еще и второй этаж застеклять. О, ма там только доделала, отлично, ма. Давай, да, застекляй. Слушай, не красиво. Так уж и просто. Красиво так-то получается, красиво. Так, застеклили, застеклили. Так, сейчас мы, значит, тут сделаем вот так вот, так вот. Слушай, дом, по-моему, вообще гигантский получается. Ну, очень красиво, мне кажется. Вместительно довольно будет. Да, он реально гигантский получается. Так вот. Так. Опа. Так. Тип. Вот так. Смотри, так, ну ма, замечательно. Да, я вижу, все отлично. Давай стены пока делай. Так, окей, сейчас мы будем делать стены, ребятушки. Что-то я не поняла, что ты тут наделал какую-то... Что это ты тут наставил еще? Где? Вот, смотри, вот здесь, что это такое? А, сейчас увидишь, там все четко будет. Ну ладно, давай делай. Я пока стены возведу. Давай, ма. Ой. Оп. Оп, все, тут я сделал. Оп, оп, оп. Не так, ма, не так, не так. Она же выпирает. Вот так должно быть. А, поняла, все замечательно. Да, 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 вот, все, делай пока стены, а я тут тоже сделаю вот эту пристроечку небольшую. Этак, и пум. Так, и вводим вот так командочку. Во. Е-е-е, получилось. Получилось? Получилось, ма, вообще крутяк. Ну слушай, слушай, так-то очень как бы мощно получается. Угу, окей. Все, я крышу делаю, так. Опа. Вот так. Ма, как у тебя там дела? Я уже возвела одну стену, сейчас вторую буду. Так, во, во, нифига себе. Вот это дом. А здесь будет, короче, бассейн. Оп. Прикинь, сделали прикинь, стены. Прикинь, ма, настоящий бассейн. Прям на крыше. Да ладно, серьезно, у нас возле дома бассейн, если что. И тут еще третий этаж будет, прикинь. Трехэтажный, трехэтажная гигантская просто вилла. Погоди, а я думала, что будет два этажа. Три, ма, три. Три будет каким-то... Третий будет маленьким, да? Да, 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 он будет малюсенький. Но будет. Окей, окей. Так, я делаю тут бассейн. Ма, вот это вообще... Людочка, Маумия просто нам скажут спасибо. Ну да, ребят, здесь, если что, будет отдельная комната Людочки, мамы Мии, Гоги и кто там у нас еще? И все, и для всех мистеров кис-кискерсов вообще. Окей. Так, отлично. Ковыряем окна. Ты там, ма, пока ковыряй. Короче, друзья, это самая масштабная постройка в Майнкрафте, мне кажется. В нашем, по крайней мере, городе. Да, в нашем мире, ребятушки. Так, все, строим. Во. Вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так. О!
Смотри, ма, бассейн гигантский просто. Да я вижу, у меня тут крыша протекает, ничего? А, и так сойдет. Нет, 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 давай переделай, сделай еще двойное дно. Да я сделаю двойное, да. Так, сейчас я тут заборчик делаю и третий этаж сделаю, а потом, мам, мы займемся внутренними исправлениями. Где там что протекает, как говорится. Так, ну что ж, и здесь осталось сделать третий этаж. Смотрите, друзья, уже как смотрится, вообще гигантский, просто гигантский дом. Ма сидит дома и застекляет, короче. Ма тут скучно, не может со стороны посмотреть. Сейчас вылечу, застеклю, посмотрю. Давай, ма. Это вообще крутецки. Так, так, так. Так, так, так. Так, так. Ты что там, ма, такаешь? Так, так, так. Да я окна клею. Ладно, хоть такает, а не это. Окей, окей. Так, вот так вот делаем. А не, вот так вот, вот так. Вот так вот. Во, вот это жесть. Оп. Здесь сделаем вот так. Поняли, да, как третий этаж идет? Вообще круто. Фу, капец, ребятушки, на втором этаже я полностью отковыряла окна и полностью их застеклила. Ма, ты справилась, что ли? Смотри. Сейчас посмотрю. Так, здесь, значит, досочки у нас будут. Так. Ну да, неплохо, 5. Слушай, большой домик. Да, в этом-то и прикол его, что он гигантский просто. Так, погоди, а тут я что-то не пойму. Что-то не то, или мне кажется. Что там, ма? Лишний блок. Как это лишний? Здесь почему-то 3. Хотя должно было быть 2. Хм. Нормально, ма. И так сойдет. Ну ладно. Так, так здесь, окей. Значит, делаем вот так вот, вот так вот. И вот так вот. Во. Так, спускаемся вниз, чуть-чуть продлеваем. Смотри, ма, это же вообще... Да вижу, вижу. Вот это крутяк вообще. Так, ну, красиво, делаем. Красиво. Но это не 3 этажа получается, это крыша получается. Да, это просто такая как веранда, что ли, я даже не знаю, как ее назвать. Ну, веранда, наверное, для отдыха, ну, вот. Ну, да, да. Ну, оп. Ма, ты что ломаешь? Ма! Ё-моё! Все, здесь, короче, у нас будет, смотрите, друзья, здесь будут разные стульчики, чтобы там сидеть, отдыхать. Вот, так ну-ка продлеваем, так. Продлеваем заборчик. Блин, вот это вообще жестик. Ма, что Женя ты скажешь? Женя все удивляется, что у него жестик тут творится. Ну, ма, ну ты просто глянь, вот это вообще произведение искусства, мне кажется. Так, а что это, погоди, а что это ты? А, ну, да, здесь, короче, ступенечки должны быть, вот так. Во. Вот, все, отлично, теперь ровненько. Смотри. Ей, отлично, слушай, по-моему, неплохо. Может быть, кусты какие-нибудь посадим? Да, и сделай там внизу веранду, помнишь? Ну, не веранду, а как она называется? Да, я поняла тебя. Мы сейчас команда. Давай ты в ту сторону, а я в эту. Сейчас мы быстро тут командами сделаем. Так вот. Давай, давай. Оп. Так. Готово. Оп. 155. Готово. Оп. Готово. Ой. Вот так вот. Оп. Готово. Ма, как у тебя там дела? Смотри, вообще, вот это преображается дом. У меня все отлично. Я почти сделала все верно. Почти все верно. Ма, нет, здесь же не должна быть веранда. Здесь должна быть зелененькая. Почему? И зелененькая, ма. Да пусть будет, прикольно. Зелененькая, ма. Тут потом увидишь, что будет. Вот так надо. Ну ладно, окей, пусть будет так. Вот так, ну-ка. О. Да, окей. Смотри, пусть... вот это крутяк. Лучше вот здесь вот одну вот так вот продлить. Вот это. Да, да. О. Смотри. Ну, довольно масштабненько, да, ребятушки. Смотрите, насколько это масштабно. Это же вообще... Размахнулись, так скажем. Размах просто колоссальный, гигантский. Здесь и бассейн. Здесь, короче, будут всякие корты с зонтиками. Здесь, значит, всякие эти. Вообще жесть. Погоди. Тут окна корявые. А, ну да. Ну так. Да, давай сделаем, переделаем чуть-чуть. Можно, кстати, вообще, знаешь, их вот такие сделать, литые, во, вот так вот.
Да, давай, давай. Вот, так лучше намного. Намного лучше. Все, вот это жесть. Смотри, то есть они придут здесь на второй этаж, могут зайти здесь, значит, жить. Тут, правда, протекает, но мы починим. Да, да, мы починим. Ребятушки, второй этаж будет наш, Женя. А я думаю, Мамия и Людочка могут уместиться на первом этаже, потому что здесь и так очень много места. Да, 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 скорее всего, так и сделаем. Короче, в общем, вот такие вот дела. В общем, дорогие друзья, ставьте лайк. Наконец-то ты вернулся. Дарёшки, лайк, подписчика, комментик за такой бомбезный огромный домик. Да, оцените его, насколько он крутой по разным баллам, там, просторный, красивый, функциональный, там еще что-нибудь. Да, ребятушки, может быть, он вам что-то напоминает. Да, 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 да. Что-нибудь помнит интересное. Да, 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 да. В общем, все, ставьте лайк, оценивайте наш домик крутой. Давай подлетим выше, ма. Давай вот так вот. Давай, давай. Красиво, смотри. Да, найс. Все, подписывайтесь, оцените, ставьте лайк. Всем пока. Покусики-покусики. Ей.